Сегодня, 9 февраля, исполнилось 92 года со дня рождения известного и выдающегося поэта Мукагали Макатаева. Уроженца Алматинской области знает весь Казахстан. Его произведения полюбились и взрослым, и детям. Чтобы почтить память уважаемого человека, телеканал «Ак-Жаик» организовал конкурс среди школьников. Участники были приглашены в программу «Куншак». Таких людей с выдающимся поэтическим талантом, как был Мукагали Макатаев, немного. Слова из его произведений по-настоящему проникают в душу. Это понимают даже совсем еще юные школьники, которые приняли участие в конкурсе, организованном телеканалом «Ак-Жаик». Всего было 112 учащихся. Лучшим из них сегодня в прямом эфире вручили памятные подарки. Поэма «Аккулар Уйыктаганда» Мукагали Макатаева, я считаю, трогает сердца всех читателей, и наверняка все ее знают. Свои произведения он посвятил родине и жизни. На этом конкурсе я прочитала стихотворение Фаризага. По условиям конкурса школьники должны были выучить наизусть стихотворение Мукагали Макатаева, записать себя на видео и опубликовать на странице в социальной сети, отметив при этом организаторов. Жюри оценивали правильное выражение, интонацию, выразительность чтения, тембр голоса и сценические образы участников конкурса. Умение выразительно читать, доносить поэтическое слово, понимание произведения, внешний вид конкурсантов – все это мы учитывали. Видно, что если конкурсант прочувствовал это произведение, то старался донести это своими жестами, мимикой и сценическим образом. Такой конкурс, по мнению организаторов, позволит выявить одаренных детей и поможет им развить поэтический талант. Олег Великий, Асланбек Саламатов, Колыбек Акрап, телеканал «Ак-Жаик».